Ястребы прилетели. Хоккейный клуб «Бобруйск-2» продолжает домашнюю серию. В первом матче гости потерпели фиаско 9-2. Сейчас вторая игра. Прежде клуб сразу берется за дело. На 10-й минуте открывает счет. Бобры бегут отыгрываться. И у них получается. В конце первого периода Городников сравнивает цифры на табло. В начале второго хищники вновь выходят вперед. Сценарий повторяется. Счет 2-2 делает капитан бобручан Васильев. Третья 20-минутка обещает быть огненной, но в этот раз без забитых шайб. Игра переходит в овертайм. Согласно правилам, он проходит в формате 3-3. До первого взятия ворот. В перерыве только одна установка. Надо агрессивно навязывать свою игру, надо строже чуть делать свою работу, качественнее делать свою работу. Сегодня качество страдало в нашем исполнении. В овертайме шансы равны. На первый план выходит реализация. В этот раз ястребы сильнее. За минуту и 44 секунды до завершения времени гости забивают шайбу. Шумейка заставляет вскочить всю скамейку приезжей команды. Эмоций, сил не хватило. Хорошо, сейчас пауза будет. Наберемся сил, поработаем над ними. И будем играть более стабильней. Да, потеряли очки, но без поражений не бывает побед. Внутри коллектива настроение боевое, двигаемся дальше. Впереди еще много матчей, поэтому есть все шансы взлететь как можно выше. Теперь Бобров ждет выезд в Березу. Там предстоит двухматчевое противостояние с местным клубом «Соболь». 18 и 19 октября соответственно. Максим Кемель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.